Переход на цифровой режим существенно увеличит число телевизионных программ. На одной частоте смогут вещать все 12 каналов пакета, сказал председатель Национального телерадиосовета Нушираван Магирамли на конференции в медиа-центре, посвященной цифровому телевидению. Магирамли отметил, что переход на цифровой формат обеспечит повышение телевизионных сигналов, качество изображения и звука, уменьшение мощности передатчиков, создание телевидения высокой четкости, создание интерактивных ТВ-систем, при использовании которыми зритель получает возможность воздействовать на передаваемую программу, например, в выборе языка и субтитров. Также, по его словам, будет устранено неравенство вещания, то есть зона охвата всех телеканалов станет такой же, как у АСТВ, который вещает на 90-95% территории страны. Если сейчас государственный телеканал АСТВ вещает на 90-95% территории страны, а другие телеканалы на 70-75%, то внедрение цифрового телевидения позволит транслировать все телеканалы на территории Азербайджана в одинаковой мере, сказал Магирамли. По мнению Магирамли, самым важным моментом в переходе на цифровое вещание является необходимость учета интересов малоимущих слоев населения, поскольку переход предполагает приобретение телевизоров, поддерживающих формат MPEG-4 или декодеров для передачи цифрового телевидения стандарта DVB-T. Именно по этой причине действие аналогового телевидения будет приостановлено после полного охвата республики сигналом цифрового телевидения. Переход на цифровое вещание в Азербайджане осуществляется в рамках программы внедрения и развития ДВБ, цифровой системы телевизионного вещания на территории Азербайджанской республики, утвержденной Кабмином Азербайджана 10 февраля 2011 года. Согласно обязательствам, Азербайджан должен был полностью перейти на цифровое телевидение к 2015 году, но Минсвязи решили выполнить программу в 2013 году. Дефицит радиочастот в Азербайджане является главным поводом для отказа желающим открыть канал. На мероприятии также было отмечено, что с 1 мая 2012 года вещание в Азербайджане зарубежных телесериалов будет остановлено. Цель этого – развивать местное кинопроизводство.